День, Валерий Константинович, я вот у Андрея на участке. Это молодой будущий сад. Тут сколько? Гектаров 6 вот на этом, по-моему. Пятачке, участке. Или 4. Там еще дальше. Вот за этим забором. Еще один участок уже тоже засаженный саженцами. Ну вот поле есть, пожалуйста. Можно там сажать. Вот. Так вот, тут растут, значит, саженцы, присланные вашим сыном Сергеем. Вот так, академик, брикосик. Что там дальше? Тоже академик. Посажены на холмы. Вот на холмах растут. Так, может, длиннее. Еще следующий. Фаина, по-моему. А вот фаина. Там королевский, наверное, был. Вот так они себя хорошо чувствуют. Ну, их тут много. Довольно-таки. Ну и много разных-разных других саженцев. Молодых. Этот сад, ну, вот эту часть в этом году закладывал. В той части в прошлом, в позапрошлом. И еще вот в этом году там были посажены много саженцев вот за этим забором.